ветер, и по улицам столицы разнесло ворох избирательных бюллетеней с отпечатком лягушачьей лапки. Что-то громыхнуло на западе, и небо нахмурилось надвигающейся тьмой, то ли тучей, то ли громадным туловищем жиробуржуина с толстыми, как у негра, губами. Мерзкое чудовище раскинуло пальцы-щупальцы, и они зазмеились над крышами, изредка задевая купола церквей. На Россию рухнула тяжкая ночь. Куранты пробили 13 раз, и на Спасской башне отворилось окошко. Из него выглянул металлический болванчик, похожий на президента. Болванчик сказал «ку-ку» и разразился мехом механического клоуна. Из ворот просунулась черная рука с ключом от кладезя бездны. И шел дым, а вместе с ним вышли на волю громадные пауки с человеческими лицами, что расползлись по городу, проникли в квартиры через вентиляционные отверстия и приникли жадными хоботками к вискам спящих обывателей, просверливая крохотные отверстия и выбивая через них мозг. Спящие отмахивались от душащих комаров и не могли проснуться. На главной площади страны что-то пухнуло и липнуло. Что это? Мрачное, рваное, без рук и глаз, с одной палостью рта, похожее на рваное знамя анархии. Кто это? Тень независимости. За стонущей тенью тянется вереница идущих вместе. Нестройный оркестр, надрывно исторгающий не музыку, а тоскливые стоны духовых, сопровождающиеся тяжелым бубуханьем большого барабана. За ним на скрипучем катафалке черный гроб, протухшим, сдувшимся медведем, в мертвых глазах которого копошатся черви. Шествие удаляется в сторону зарождающегося рассвета. Начинается утро, утро обычного дня. Обыватели синими лицами выползают на улицу, ищут в своей голове мысли и не находят ничего. Кто я? Зачем? Ничего не знаю. Но главное — функционировать. Пустые оболочки тел расползаются по городу, изображая жизнь. Девочка за руинами домов, на пустыре, среди разбитых бутылок и обрывков полиэтиленовых пакетов, вырыла ямку и похоронила плюшевого мишку с пуговицами вместо глаз. На могилку она поставила фотографию Путина с надписью «Сильная Россия, единая Россия». Наступал год черного покемона.